Эй, йо, а также переходи на мой второй канал, там вышло новое видео, где я прохожу челлендж, попробуй угадай ее возраст. И это видео довольно смешное, так что переходи и смотри, я жду тебя там. Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Эту серию мне прислали в Инстаграм. Кстати, подписывайся на мой Инстаграм. Ты можешь мне туда присылать свои потерянные эпизоды. Я жду. Эта серия была очень ужасной. Таких ужасных серий я еще не видел. После просмотра мои колени дрожали от страха. Но все же я вам расскажу о ней. Серия началась с того, что дружок идет на рыбалку. Но вдруг из сарая высовывается голова ужасного пугала. У дружка от страха чуть ли не остановилось сердце. Как оказалось, это была Лиза. Она рассказала дружку, что кто-то ест их клубнику, и она хочет поставить пугало. Но дружок отнесся к этому скептически. Они придумали свою ловушку, сигнализацию. Они расставили все свои ловушки. Но вдруг сразу же одна сработала. Там был Гена. Он хотел собрать клубнику, чтобы ее не украли всю. И он собирал клубнику в корзину. Лиза сказала, что нужно ловить на скотч. Но дружок рассмеялся. Они оба подбежали к Розе и спросили ее мнение. Роза не особо хотела говорить с ребятами. Да и вела себя она очень странно. Но как только Лиза сказала, что клубника пропала, Роза как будто пришла в себя и побежала тоже делать ловушку, чтобы остановить вора. И они начали делать свои ловушки. Лиза клеила скотч. Дружок расставил банки. Роза взяла сетку. Гена вырыл яму и положил туда бочку. Это были 4 самые ужасные ловушки. И они собирались ловить вора. Но вдруг настала ночь. Роза хотела идти домой спать, но ей нужно было идти через ловушки. И ее заметили все, но никто не мог понять, что это была Роза. Роза медленно поднимала фонарь к пугалу. И когда она его увидела, то она очень сильно закричала и начала убегать. Но она попала в скотч и банки дружка. Как оказалось, в банках были еще и гвозди. Они проткнули кожу Розы. Более 100 гвоздей было у нее в коже. После этого она попала в больницу, но она уже не выжила. На этом все. С тобой был Сергеонис. Я жду от тебя лайк. А меня это мотивирует. А также подписывайся, если не боишься. Но если боишься, то проходи мимо. И расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут испуганы, только ты будешь знать, что это мое воображение.